Из заброшенного незатушенного окурка угодила в колонию 25-летняя жительница Воркуты Виктория Аскарова. Ее признали виновной в неосторожном причинении смерти. В ноябре прошлого года в доме по улице Суворова, где она проживала, обнаружили тело 65-летнего мужчины. В самом помещении следов возгорания не было, зато в санузле были явные признаки задымления через вентиляционное отверстие. Следствие выяснило, за несколько дней до этого местные жители вызывали МЧС из-за задымления соседнего подъезда. Спасатели обнаружили в заброшенной квартире, больше похожей на помойку, небольшое тление мусора и затушили его. Обошли квартиры и предупредили жильцов. Эвакуировать никого не стали. Поскольку в жилище электричество было отключено, следствие предположило умышленное и неосторожное воспламенение. Путем квартирных обходов стали устанавливать, кто проживает, и вот выяснили, что женщина, проживающая в квартире рядом с заброшенной квартирой, где было возгорание, она просто периодически туда выходила, курила, бросала окурки. Вот в этот раз также вышла покурить, соответственно, бросила окурок в эту кучку мусора, даже в принципе, как она поясняет, видела, что там что-то начало тлеть, дымить, ну, особо не придала этому значения, потому что квартира заброшена, и, соответственно, там гореть особо нечем было. В тот вечер она в компании друзей распивала спиртное. Возможно, именно это обстоятельство и притупило ее чувство предосторожности. Хотя по вентиляционному каналу дым мог распространиться и в другие квартиры. И если бы большая часть из них не была заброшена, последствия неосторожного курения могли быть намного трагичней. Виктории Аскаровой, ранее уже судимой за кражи, воркутинская Фемида назначила год и 9 месяцев колонии общего режима. Фигурантка вместе с адвокатом собираются оспорить суровый, по их мнению, приговор в Верховном суде Коми.